как действует на человека сухой голод. Что происходит в организме человека? Сухой голод — это как доктор без ножа. Во время сухого голода человек полностью отключается от физического мира. Подключаются новые резервы организма, которые очищают человека на клеточном уровне. Убирается вся грязь. Вся грязь, грязь и внутри, и с поверхности. Человек очищается на физическом и на тонком плане, на тонком уровне. Идет самоочищение, омоложение, восстановление всех его сил. Появляются, открываются способности человека, те, которые были недоступны ранее. Кому сухой голод противопоказан? Вообще есть противопоказания к такому голоду? Нет, противопоказаний нет вообще. Просто люди боятся таким образом себя очищать, заниматься самоочищением. Людям удобно сходить в больницу, и кто-то им поможет. Так проще. Да. А люди идут по пути наименьшего сопротивления всегда. Да. Их слабость, слабость. Раньше было это голод, использовали люди, чтобы очищаться и получать знания свыше. Открываются способности для получения знаний и соединения с высшим миром, миром духовным. Поэтому это запрещалось. Сейчас запретов нет, но люди сами не хотят заниматься собой. Расскажите, пожалуйста, как правильно входить в сухой голод? И на сколько дней это необходимо должно быть? Соблюдать легкую диету, исключить тяжелые продукты перед входом в голодание, чтобы не утяжелять свой организм. Очистку кишечника перед входом в голод. И практиковать постепенное вхождение. Можно голодать сутки. Каждые сутки в неделю один раз. Организм привыкает. Идет перестройка в организме мощная. Таким образом, организм подстраивается под такой режим. Потом увеличивать 2, 3, 4, 5. 5.
Дальше человек может и до 10 дней выдерживать. Это сложно, но эффект от этого 100-процентный. Можно исцелить любую болезнь. Хорошо. Как выходить из голода? Выходить аккуратно. Вначале человек насыщает себя водой, чистой водой. Пьет глоточки, маленькие глоточки. 3 глоточка выпить, подождать, почувствовать, как вода поступает в ваше тело, остановиться, еще 3 глоточка, все внимание внутри своего тела, ощущения. Каждый выходит индивидуально. Есть люди, которые выходят на соках. Все необходимо пробовать сделать после воды глоточек сока и почувствовать, как организм реагирует на сок. Если все хорошо, нет никаких неприятных ощущений, то можно продолжать пить, смаковать этот сок, обволакивая его слюной. У вас много информации по этому поводу. Хорошо. Благодарю. Чем отличается сухой голод от голода на воде? Сухой голод уничтожает всех сущностей с биополя человека. Вода этого не делает, она убирает грязь физическую изнутри. Вымывает. А сухой голод разжигает стихию огня. Человек находится в костре, сжигая всю нечисть, убирая всю грязь со своего поля на энергетическом уровне. Понятно. Здорово. Спасибо.